Всем привет! Всем привет! Всем привет! Вы на канале DaviTV. Сегодня мы отливаем яйца Микки Мауса. Ух ты! Это что, теперь Миньон за тебя говорит? Да. Да? Ну, привет, Миньон! Ну что, сегодня будете вместе открывать яйца вместе с Давидом? Да. Ну супер, давайте начинать. С какого яйца вы хотите начать? Вот этого. Ну, давай, открывай тогда. Что нам там попадется? О, я тоже уже в нетерпении. Что нам попадется? А ну, открывай, Давид. Оп. На. О, какая-то голубая капсула. Что же там попадется? Я хочу посмотреть. Пазл. О, пазл. О, Давид, тебе попался пазл? Нет, пазл Микки Маус. Да ты что? Ну давай собирай скорее его. Ага, вот тут у нас такие пазлы. Да, и Давида попался, где ищет собачка. Так, тут везде собачка. Ну сейчас посмотрим, какой Давиду попался пазл. Как у тебя тут продвигаются дела? Алло, все? Да, собираешь? Да. Ух ты, посмотри, там вот собачка укусила за нос. Укусил за нос краб его. Вот там какой-то интересный мотив у тебя. Классно. Ну, забирай. Ася. Это Миньон. Ух ты. Миньон. Это. Да, вижу. Миньон. О, я вижу. Ты собрал пазл. У нас тут кто? Так, тут у нас Гуфи под зонтиком. Они тут все на пляже, да? А, это у нас Снупи или как зовут собачку? Собачку Микки Мауса как зовут? Дональд. Дональд, это, смотри, вот жена Дональда коктейльчик тут пьет, а собаку краб схватил за нос. Ха-ха. Вот такой веселый пазл Давид собрал. Ну что, понравилось вам, ребята? Давид, какое второе яйцо ты будешь открывать? Вот этого. Большое такое. Да. О, что же там попадется внутри? Давид уже одно такое открывал. Да, ну, посмотрим, что там. Киндер Макси, вот это Миньон. Да, так называется яйцо, Киндер Макси. Давид по-русски говорит. О, какое огромное яйцо. О, я мусорса. Да, и огромная капсула внутри него. Любить я не люблю шоколад. Кушай сам. А то еще последние зубы выпадут. Ха-ха. Давай открывай капсулу. Что там у нас? Тянем. Тянем, потянем. Опа! Открыли! А ну что же там внутри? Что же там внутри? Сейчас будем смотреть. Что там Давиду попалось? Мама! Ой, там человечек какой-то у нас. Можно мне? Инструкция. Так. Ну-ка, давайте смотреть. Ага, тут целая инструкция, как это собирать, Давид. Тут у нас... О, psychiatric help. Ха. Понятно. Короче, такой молодой человек, который решил заработать деньги, да? И себя назвал доктором, который оказывает психиатрическую помощь. Вот он какой деловой. И туда все монетки ему должны кидать. В этот сундучок. Ну что, будем делать его? Это Миньон. Собрали мы наконец-то. Что это, да? Это Миньон. Это из мультика. Давид, как этот мультик называется? Мелочь пузатая, да? Из этого мультика с собачкой. Вот такой у нас. Это я смотрю, туда я майкой. Да, но ты смотрел старую версию, а скоро выйдет новая версия этого мультика. Вот, премьера в 2015 году. Такая мелочь пузатая из мультика. И вот этот парень. Он сидит, понимаешь ли, и просит якобы на психиатрическую помощь. Подожди, ну давай мы еще вот это покажем, смешного этого. Миньон не видел? Вот он, короче, сидит такой. Оп, открывает отверстие. Давайте денежки, оп. И закрыл. И снова так укачается, сидит такой на своем стульчике. Один, два, три, четыре. Тебе сколько годиков? Четыре. Давида 4 годика, и у него осталось 4 яйца. Ну что, открываем. Вот это. Еще одно яйцо. Так, Миньон, смотри, Давид открывает следующее яйцо. Да я вижу. Давай скорее открывай, мы хотим узнать, что там внутри. Ой. Вау. Ой, и рассыпалось оно. Опять у нас голубая капсула.
Мадемуазес. Давай, тянуть. О, тянем, потянем, тяни. Опа. А вот эти яйца нелегко открываются, кстати, Давид. Кто это? Микки Маус. Мини Маус. Мини Маус. Мини. Мини. Мини Маус, покажи. Это с Миньон. Да, я вижу, классная Мини. Смотри, такая в юбочке прикольная, тра-ля-ля. Вот такая красивая она. Красивая Мини Маус в юбочке такая. Смотри, в платьишке голубом. Тут такие башмачка. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А ну? Восемь. Моя инструкция. Так, всего нам могут попасть. Вот смотри, вся эта коллекция. Да, нам попалась Мини. А еще у нас тут Гуфи есть. Панса Кнака. Плуто. Это собачку зовут Плуто, Давид. Угу. Микки, Дональд, Дейзи. Или Дейзи по-английски. Да, и Дак Обет. Ага, так. Ну что, здорово. Будем дальше открывать? Так, это у нас вся коллекция. Собери 11 вот этих фигурок, да? Микки и его друзья. Открывай следующий. Я хочу посмотреть, что в следующем. Да, что в следующем гидсе. Так, и опять синяя капсула. Ну что, открывай, что же там внутри? Да, ты можешь сам. Нажимай на серединку яйца. Давай, открывай. Что же там внутри? Один пазл. Да ты что? Еще один пазл? Не может такого быть. И еще один пазл попался Давиду. Давай будем его собирать. Что тут у нас? О, Давид собрал пазл. Миньон, яйцес. Миньон. Сейчас посмотрю, что тут у тебя. Ты собрал пазл? Да. А ну, давай посмотрим. Так, Давид собрал пазл, такая как картинка получилась. И что мы видим? Микки Грилли тут у нас, да? А Плуто тут как тут. И что же случилось? Микки перевернул, наверное, свои колбаски и мясо неверным образом. Они все полетели в воздух. Или подскользнулся он, наверное. Вон, смотри, там Плуто оставил свою миску с едой. Открываем дальше? Да. Ой, что же попадется Давиду? Осталось всего 2 яйца. Что же попадется ему там? Так. И опять у нас такая синяя капсула. Слушай, во всех этих сюрпризах синяя капсула. Что там? Шоколад, что ли, что-то? А ну давай. На. Держи. Само. Так, что там у нас? О, там Микки. Еще одна Мини, что ли? Не может такого быть. А ну давай. Ой. А у нас теперь 2 Мини. Две Мини, таких две классных девчонки. Привет, Мини. Мини Маус. Привет. Да мы с тобой близняшки. Давид, открывай последнее яйцо. Мы все в нетерпении. Мы хотим знать, что нам там попадется. Да, Давид жует и открывает яйцо. Какой-то шоколад, это, кстати, другой. Да? Киндер шоколад там есть. Еще белая оболочка, а у этого шоколада нет. Так, и что же нам там попадется? Так, какая-то там фигурка попалась. Кто это? И нам попался Микки Маус. Вот такой классный. Привет, привет! Всем привет! Вы на канале Давид ТВ. Давид открыл все яйца. В самом последнем яйце попался я. Микки Маус! Пока, друзья! До новых встреч! Пока! До новых встреч! И подписывайтесь на новое видео! Да, подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео на канал Давида! Пока-пока! Пока-пока! Пока! Пока! Пока!